Всем привет! Сегодня хочу приготовить очень вкусный рулет из свиных шкурок. Вы знаете, что били недавно свинью, и у меня остались кусочки сала. Вот такие ошметочки. Маленькие. Куда их деть, ума не приложу. Они очень маленькие. В рулет их не скрутишь. Пожарить не пожаришь. На них было сало. Я сало пообрезала. И хочу с вот этих шкурок сделать сегодня очень вкусный рулет. А сало вот столько наобрезала. Из сала этого я сделаю очень вкусную бутербродную массу. Сало перекручу на мясорубку вместе с чесночком и специями. И будем, друзья, намазывать на хлебушек, кушать с борщом или просто наслаждаться. Ну, а для нашего рулетика я подготовила здесь все специи. Лавровый лист, чеснок, луковичку помыла, морковочку почистила, черный молотый перец, черный перец горошек. Перец красный острый, паприка молотая. И достала, друзья, вот такую приправку у меня есть. Приправу достала, приправа сухая грилю. Здесь также есть все специи. Также добавлю к нашему рулетику. Здесь есть соль, паприка красная, лук репчатый, чеснок. Так, пастернак, черный перец молотый, сыворотка какая-то молочная, сухая, перец красный молотый. В общем, такую приправку добавлю также к нашему рулетику. И что сейчас я буду делать? Шкурки я сейчас еще раз хорошо перемою и поставим вариться. Варить наши шкурки будем приблизительно 3 часа. Здесь у меня шкурок. Я не взвешивала, но больше килограмма. Все, пойдем готовить наш рулетик. Поставила я наши шкурки вариться. И вы знаете, что сейчас сюда будем добавлять сразу все наши специи. Черный перец. Горошек. Вот так жменьку кинула, не считала. Сразу брошу 2 лавровых листика сюда. Морковка чищенная. Лучок не очищенный, вот так помыла просто. Тоже сюда, все как на холодец. И посолим, сразу все бросаю. Посолим. Добавлю сюда, ну сколько? Ну 1,5 ложки соли. Думаю, будет достаточно. Все. Можно пока ложкать. Закрываем крышкой. И с момента закипания варим наши шкурки ровно 3 часа. Ну что ж, друзья, теперь будем делать рулет из шкурок. Шкурки я отварила ровно 3 часа. Выложила их на дуршлачок. Они у меня еще горячие. Чтобы немножко бульончик стек. Что сейчас буду делать? Шкурки я буду мелко резать. Здесь у меня еще один пустой таз. Я их сейчас порежу произвольными кусочками. Можно вот так, кубиками. Можно целиком сложить. Но мне захотелось их просто порезать. Горячие еще. Пар идет. Ну, я вот так поразрезаю, чтобы у нас бульончик не остыл. Буду бульончиком заливать. Складываю в таз. И вот так поразрезаю все наши шкурки на любые кусочки. Перчик попадается здесь. Ой, надо убрать. На любые кусочки произвольные. Ой, все горячее еще, только выняла, достала из бульончика наши шкурочки, мягенькие стали, да вот так пойдет. И вот так сейчас я поразрезаю все шкурочки наши, а потом покажу, что буду делать дальше. Так, шкурки я порезала произвольными кусочками. Вместе со шкурками я варила, друзья, морковь. Морковь мы сейчас также возьмем, порежем
на любые кусочки. Можно порезать брусочками, можно колечками, как порежете. Я вот так кубиками просто поразрезаю. И забрасываем морковь в наши шкурочки. Вот так. Сюда же сейчас я досточку обтеру. Будем натирать чесночок. Также на мелкую терку. Буду делать это я на досточке. Чеснок можно выдавить через чеснокодавку, но у меня сломалась чеснокодавка, поэтому я тру на терке. Чеснока у меня здесь 3, 5, 7, где-то приблизительно 11 зубчиков. Я все вот так сейчас их и потру. Потерла. Два у меня осталось. Думаю, 9 будет достаточно. Забрасываем наш чесночок сюда же. Досточку отодвигаем. Сюда же добавляем черный молотый перец по вкусу. Как вы любите. Много добавлять не буду. Паприку сладкую. Черный, сладкий острый перец. Чуть-чуть. И вот такая у меня приправа для гриля. Я уже показывала вам. Тоже добавлю чуть-чуть. Все перемешиваем. Я контейнер здесь подготовила. Постелила сюда пленку полиэтиленовую. И сейчас наши шкурочки, вот эту вкусняху, будем выкладывать в контейнер. Бульончик здесь у меня. Видно вам, не видно? Налила на всякий случай. Ну, а сейчас шкурочки вот так перемешаем, чтобы размешалась вся наша приправка. Вкусняшка получится. Не нужно выбрасывать. Все. Вот сюда постелили в контейнер полиэтиленовую пленочку. И выкладываем наши шкурочки сюда. Закуска обалденная получается. Очень вкусная. Вот так выложим. Распределим по всему контейнеру. Почистим таз. Чесночок здесь еще остался по краям таза. Все сюда. Будет очень вкусно. Морковочка. Вот так. Тазик отодвигаем. И распределяем нашу массу, наши шкурочки по контейнеру. Сюда подливаем бульончик. Я этой же ложечкой сюда вот так полью. Чтобы бульончик и на дно попал.
очень вкусно получается. Ну вот так, утрамбовали. Что сейчас делаем? Берем просто нашу пленочку, вот так, сверху. Укрываем. Плотненько вот так. Остужаем, ставим в холодильник на 12 часов. Ну, а потом я покажу, что получилось. Какой рулетик у нас получился. Поближе сейчас вам покажу. Руки обтеру. Вот что получилось. Замотала, укутала. Даем остудиться и ставим в холодильник на 12 часов. Завтра будем смотреть, что получилось у нас. И будем пробовать. Ну, а контейнер закрываем крышкой. И вот так уносим в холодное место. Ну что ж, друзья, утро следующего дня. Наш рулетик застыл. Я достала его из холодильника. Вот такая красота получилась. Видно вам, нет. Блюдо подготовила здесь. И сейчас наш рулетик выложим на блюдо. Пленочку уберем. Все буду, друзья, показывать вам поближе, так как у меня здесь очень плохое освещение. Вот такой рулетик получился. Я его сейчас выложу на блюдо. Вот так. Пленочку убрала. Вот так. Выкладываем. Посмотрите, уже какая красота. Он еще под пленочкой. Снимаем пленку. Руки оботру. И покажу вам сразу поближе. О! Посмотрите, какой красивый рулет получился. Домашний из свиных шкурок. Он очень хорошо застыл. Посмотрите, какая красота. Покручу вам со всех сторон. Вот такой он получился. Очень красивый. И сейчас, друзья, я разрежу и покажу вам поближе, что у нас получилось. Будем пробовать. Будем пробовать. Ну, вот с этой стороны начну. Так, наверное, я, вы знаете, что принесу сейчас еще одну тарелочку. Или одно блюдо вот у меня здесь есть. Далеко ходить не надо. Так, не знаю, как вам разрезать. Пальчиком буду придерживать. Так, с краешку это я отрежу. О, снова покажу поближе. И нарежу дальше. Вот такой разрез получился. Посмотрите, какая красота. Все буду показывать поближе. О, шикарный рулетик из свиных шкурок, друзья. Поэтому не выбрасывайте свиные шкурки. Кто держит своих поросят. Готовьте вот такие рулетики. Ну, я такой потолще отрежу. Буду выкладывать вот так на блюдо. Аккуратненько, чтобы красиво было. Режется очень хорошо. Рулетик хорошо застыл. Просто шикарный рулет. Ну, еще один отрежу. Показать вам для красоты, что получилось. Руки оботру. О, посмотрите, какая красота. Домашний рулет из свиных шкурок. Красивый.
Морковочку видно. Хорошо режется. А как пахнет, друзья? Слюнки так и бегут. О, и разрез еще раз вам покажу. Вот так он выглядит в разрезе. О, видно вам? Просто красота. Желтенький. За счет того, что я сюда добавляла паприку. Паприку, морковочку. О. Готовьте такой рулетик, друзья. Обязательно приготовьте. Это очень вкусно. И красиво. Ну, а я сейчас буду пробовать. Вилочку возьму. Вместе с вами попробуем. Ну и попробуем, друзья. Возьму вот этот кусочек, который здесь я разрезала. Вот так, вилочкой. Накалываем. О, какая красота. Не фокусируется у меня. Что-то телефон. Попробую. Без хлеба. Обалдеть, как вкусно. Шкурки мягенькие. Специи в норме. Чесночком, друзья. Аромат чеснока. Этого. Перчика. Очень-очень вкусно. Вы знаете что? Не стыдно подать такую закуску даже и на праздничный стол. Поэтому, у кого есть свои свиньи, не выбрасывайте шкурки. Готовьте вот такой рулетик. Очень легко и быстро делается. Застывает. У меня 12 часов он лежал в холодильнике. Все хорошо застыло. Шкурка мягенькая. Варилась у меня на 3 часа. И вот такая вкуснота получилась. Все. На этом буду заканчивать свой видеоролик. Спасибо всем за просмотр. И до новых вкусняшек на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда всем очень рада. Все, всем пока-пока. Готовьте такие рулетики. Пальчики будете облизывать, это точно. О, еще раз вам покажу. Разрез. Ну и кто скажет, что здесь это рулет из свиных шкурок? Просто шкурки, больше ничего. Никакого мяса. Одни свиные шкурки. Все, готовьте, готовьте такой рулетик. И всем пока-пока.